Всем привет, с вами Walking Dead, и мы продолжаем играть в Shovel Knight. Так, на чем мы остановились? Попробуем еще раз зайти в скрытый лес, собрать там ништячки. В прошлый раз не очень хорошо получилось. Так. Так. В прошлый раз возникли небольшие трудности здесь. Очень много умирали. Ой, чуть не упал. Тихо. Вот так, кнопка. Так, здесь будут проблемы. Ну да. Те же самые проблемы. Значит, нужно чаще активировать этот медальон. Проблема в том, что он медленно активируется. Так, давай еще раз. Ну что такое? Ой-ой-ой. Ой-ой, печалька. Надо пройти все-таки, постараться. Ладно. Да, вещи, похоже, придется ставить, да? Так ты, сволочь. Давай медальон. Еще раз. Так вот. Надо, так и надо было делать, да? Тихо. А, да что ж такое-то, а? Что все не слава богу. Я постараюсь пройти все-таки. Это будет сложно, но я постараюсь. Так, сейчас сразу пойдем. Блин, даже не будем пытаться забирать. Как и здесь. Так вот. Наверх не полезу. Интересно, здесь будет чекпоинт? Похоже, что нет. О, ну ладно, тогда последнюю попытку. Все-таки. Мне кажется, что все-таки медальон нужно будет прокачивать. Чтобы он дольше действовал. Ну это совсем жестоко. Это сволочь. К ним вообще нельзя прикасаться, что ли? Да ну нахрен, я сваливаю. Только деньги просрал. Ладно, пойдем уже тогда. Железный кит, логово рыцаря сокровищ. Капитан Немо? Или это? Не знаю. Плавать. Интересно. Нет, похоже, не запрыгнули, да? Ну, хрен с ним. Интересно, такие декорации.
можно порыбачить под водой, отлично. Подводная рыбалка называется. Именно так она и выглядит. Ну, опять. Понятно. Очередная бесполезная хрень. Воздух вроде как не заканчивается, да? Это хорошо. Да, что ж ты. Блин. Так, крабик. Тоже умер. Просто свалим отсюда. Так, там рыцарь. Странный рыцарь. И как там это сделать? А, вот. На самом деле, это будет очень сложно с ним драться. Ты сволочь! Слышишь уже? Половину здоровья на нем потерял. Ой. Там шипы. Эй, тут шипы. Ой. Тут что такое? Это что за покемон, а? Не надо здесь. Ой, тихо. Да что? Тебя умри. А, тут что-то. Ой, его нельзя убить, да? Просто шикарно. Ну, иди же сюда. Короче, кой. Это такое. Ясно. Это может меня раздавить, да? Ой. Это было близко. Опасно, опасно. Хорошо. А ты еще что за хрень? Сейчас не надо. Опа. Так, можно? Я хотел другое. Мне нужен посох. Интересно, он будет работать под водой? Работает? На удивление. Ну ладно. Как мне от тебя избавиться? Вот так. Хорошо. Мы, наверное, продвигаемся вперед. О, печально. Давай. Ага. Все пытается меня убить. Вот мы их кушали, хорошо. Еще один секрет. Даже секретная комната целая. Наконец-то воздух. Так. Так, ну, в принципе. Ой. Я не то хотел сделать, конечно, но там можно порыбачить. Здесь нота. Прекрасно, мрак уберем посох. И нужно уходить. Чтобы оно зареспаунилось обратно. Ага. Понятно. Собака ты серая, а. Фу. Далековато, однако. И опасно. Thank you.
легче. Я не буду тратить время. Да что такое? О, господи, да чтоб тебя. Что ж я такой криворукий-то сегодня, а? Ладно, легче. Мне тут не хватало, и тебя тоже, кстати. Все пытаются меня здесь. Ладно, я не пойду в секрет тогда. Чтобы потом опять как-то не убегать по новой. Нахер. Так. Я знал, что так и будет. Так, теперь надо... Да ш... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О! Я уже умер, я умер. Это хорошо. Что-то меня здесь хотят. Что-то в этом роде, наверное, да? В принципе, я понял, что нужно делать. Именно вот так надо это делать. Так. Крабик. Крабики здесь не очень, поэтому быстренько пробегаем. Будет больно. Хорошо. Это мини-босс. Я почти уверен. Надо бежать. Воу-воу-воу. Как эпично-то, а? Если бы я еще дыгу поменьше, было бы лучше. Опа. Так, что? Открылся сундучок, да? Ой-о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 й. Печаль, беда. В принципе, чекпоинт близко, так что... Все у нас будет хорошо. Да. Погнали. А, блин! Как все плохо. В прошлом месте было попроще. В прошлом замке. Если здесь такой жопоразрывающий уровень, то какой здесь будет босс? Мне аж страшно становится. Он так медленно опускается. Какой своего бога. Давай, давай, давай. О, я могу делать вот так могу просто. Что я должен был делать? Мне же нужно бить сюда, да? Или что? Или мне нужно бить по нему? Мне по нему бить не надо. Что я должен сделать? Скажите мне. Я же бью сюда, нет? Или надо бить вот так? Да, надо бить вот так. Ясно. В этом вся проблема. Так, полегче. В принципе, понятно. По крайней мере, пока. Теперь уже понятно, что с ним делать. Волочью. Главное не падать. Так. Фуха. Так. Думаю, уже близко. Пару ударов буквально, наверное, осталось. Вот и все. Ты сволочь, а.
Опять ты. Как ты там оказался? Фу. О, давай посмотрим. Метательный якорь. А, 3000, у меня нет денег. Отлично. Пошел ты нахрен, блин. Ключик твой, отлично. Там, похоже, что это? Добычие пески, нет? Похоже, нет. Так, ну не надо, не надо вот этого. Да, чтоб я... Мне нужно куда-то вот сюда. Наверное, как-то вот так это все делается. Так. Тихо-тихо! Да. То есть нужно прыгать сверху с самого, да? Угу. Ну окей, давай еще разок. Вот так, да? Отлично. Почему ж ты его не ударил? Да что у тебя? Управление, которое подводит. Так, ну, это, понятно, на самый верх. Понятно, что ничего не понятно. Поторопился. Все-таки в воде он ведет себя немножко странно. Он и так не слишком-то быстрый рыцарь наш. Друг наш. А в воде он еще более слабопочный. Поэтому... В этом плане проблемка есть. Небольшая. Им довольно сложно управлять на самом деле. Да чтоб тебя! Бесишь. А, бесит. Начинает бомбить уже. В этом вся суть подобных игрушек. В определенный момент они начинают просто дичайше бомбить. Фу, так, еще одна попытка. Давай. Чай копит меня, отлично. Ну, вот и все. Опа. Так, не забыл. Открыться, ну. А, конечно, купил эту хрень, да? Это так. Придется своими силами справляться. Или просто его пробежать. Потому что... Драться с ним в таком месте. А, ну, отлично. Бросили просто его. Такого мудака. Так, теперь нужно вовремя запустить ракету. Давай. Почти, почти. Чуть было не зацепил своей башкой в потолок. Они рыбу ловят там, что ли? Этим якорем. Да. Чекпоинт есть. Жить стало проще, жить стало веселей. Давай. Теперь ты. Давай. О, опять ты, ублюдок. Тебя нахер, а. Тупое убожество. Секреточка, да? Да.
Это секреточка. Ну, в принципе, блядь, жизни мало. Это будет жестко. Это будет жестко. Нет, нахер, нахер, я сваливаю. Одна жизнь. Так, а тут снова ты, да? Люда. Я просто ливаю. Да, я пытался. Так, один чекпоинт и едет босс. В принципе, уже близко. Тихо. Да-да. Давай по новой. Ой. Буквально доли секунды. Он успел выстрелить своей гадостью. Ой, печаль, беда. Денег все меньше и меньше. Я потратил уже больше, чем успел заработать здесь. На этом уровне. Еще якорь меня бьет. Отлично. Все пытается меня убить. Здесь все просто пытается меня убить. О, печаль, беда. Давай уже. Тихо! Боже, зачем я прыгнул? Ох, это боль. Да. Это вам не Dark Souls. Как ты запарил, да? Якорь пить этот сраный. Тихо, не прыгай. Сейчас прыгай. Тайминги. Нужно помнить тайминги. Так. Пошел нахер, я сваливаю. Просто дойти до босса. Я уже ничего не хочу. Блин, бессмертный. Ой-ой-ой. Воу, вот это экшон, вот это да. А чекпоинты далеко. Как весело-то, однако. Нужно просто проскакивать, я думаю. Настолько, насколько это вообще возможно. Данный коптяк. С этой сраной тварью. Как ты паришь уже, а, ублюдочная? Я сейчас просто начну уже материться. Меня уже начинает бесить это все. Это дерьмо. Очень плохо. Правда, очень-очень плохо. Так, значит, нужно стоять на носу ракеты этой, да? Чтобы не сбивать. Блиновню! Боже. Нужно было прыгнуть. Так, так, так. Пять сначала. Очень интересно. Опять ты. Давно не виделись. Пошел ты нахрен. Вот и все. Так.
Тихо! И прыгать. Нет, прыгать. Не сейчас. В принципе, я понял, как это работает. В принципе, ничего сложного там нет. Нужно внимательнее быть. Прыжок! Да. Да, детка, я это сделал. Давайте чекпоинт. Да. Это чекпоинт, и это босс. Делаем ставки. С какой попытки мы его заборим? Эй, это же Биг Дэдди, а? Биошок. Большой папочка. Где твоя сестричка, а? Дружище. Рыцарь сокровищ. Мои камни, мое судно, мой океан. Ты крайне меня огорчил. Ты хочешь забрать себе все море? Твоя жадность не знает границ, рыцарь сокровищ. Твои руки не чище моих. Даже сейчас другие платят за твою алчность. Дуэль, победитель получает все. Ну давай, давай. Опа. Даже так можно, да? А так можешь? А ты умеешь стрелять огнем под водой? Да? Я вот умею. Пока что. Опа. Круто. Круто, круто. Масло, масло. Что такое? Такое крутое, а? Такое крутое-то, а? Да-да-да. А жизни-то уже мало. О! Классный пацан трек. Да, надо же. С первой попытки. На самом деле босс довольно простой. Ладно. Биг Дэдди был довольно прост. Правда. По сравнению с каким там боссом? Со вторым, по-моему. Это был довольно прост. И что? Просто поспим или увидим сон? А, просто поспим. Так, просыпаемся. Утро доброе настало. 4000 денег. И у нас открытие деревни. Так, у нас есть место здесь. Карьер кулачник. Ну, похоже, опять же, сокровищница какая-то. И место здесь. Защитный аванпост. И у нас есть место здесь. Вот, говорится, открыто. Но это все будет в следующей серии. А сейчас... Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Всем пока!